Всем привет, дорогие друзья, сегодня с вами Эндрю Файф и карьера за Барселону в игре про Evolution Soccer 6. Сегодня у нас важный матч против Валенсии, располагающийся на втором месте, а мы располагаемся на третьем месте. Все в разнице в забитых пропущенных голах. Но сегодня, как мне кажется, это все изменится и кто-то победит, ничьей быть не может. Пока тут произошла победа над Зарагосой, победа над Хетафе 3-1 и победа в кубке над Сосудой 4-0. Так что ответный матч, по сути, не будет иметь особого значения. Вот такую форму мы сыграем. Я делаю какие замены. Я и Турета, кого выпустить. Давайте то попробуем сыграть вот в таком составчике, что из этого получится. Ну, видим, да, сильный состав у Валенсии. Давид Вилья, когда-то он будет играть в Барсе. Я сказал, что ничьей быть не может, но, как мне кажется, все-таки команда располагается в верхней части, будет, мне кажется, бескомпромиссная игра, будет забиты голы, но пока вот что-то как-то все дальше середины поля мы пройти-то не можем. Хороший удар, но выше цели. Да, не удивляйтесь, он играет у меня справа сегодня, хотя он форвард, но он не так плох на этой позиции, потому и стоит. Да ё-моё, ну как вот такие голы привозим? Давид Вильям, молодец, красавчик. Такую хрень пропускаем. Неста пошел. Месяц на подхвате после не совсем удачного удара и то. Валенсия в подкатах. Да. Это такая месть, наверное, за... Ладно, не буду говорить. Да и... Ну вот... Как он успел? И это он убирает ход. Вот я бы поспорил, там толчок был. А здесь никакой удар того. Самое фигово, когда вот в дебюте пропускаешь подобный гол, да, игра уже немножко по-другому начинается. Ну, Месси, что за еле пас. Да, я думал, Симак разнообразит игру в центре, но что-то как-то... Я пока вижу разнообразную игру в Валенсии. Да и... Надо пройти по флангу. Да-да-да, супер, мы теряем мяч. Не знаю, что-то не вяжется игра сегодня против Валенсии. Далер на сегодня в составе нету. Здесь рука у арбитра. Ригуэра. Ван Эльгера. Помните, игрок мадридского Реала? Висента, хорош снова проход, Висента. Это Иньеста. Нигель против него.
это было видно. Но у меня что-то не получилось. Вот они все в атаку шли, уже все назад вернулись. Что за фигня? Да, вот. Я все понимаю, но он только что был. О, хорош, вот если бы еще поворотом бы. Да, у меня сегодня игра не особо идет. Про это я тоже молчу. Симака тоже игра не идет. Место с мячом. Ну не может, вот чтобы все защита перехватом. Все удары. Перекладина. Ну Хави, ты хоть бы доборолся что ли до конца. Валенсия что-то разнервничалась. Не знаю, что сделать, кого выпустить, кого поменять. То молодец, но... Да что ж ты будешь делать? Кем усилить, кем... Может вот так. Здесь вот так. Может так пойдет, что получше. Не знаю. Не идет с ней игра. Барселона. Так, правый фланг. Попробуем, вдруг повезет. Но все-таки побыстрее, чем это. Вдруг у него пойдет сегодня игра впереди. И у Рональди никого нету здесь из партнеров. Ну, наконец-то, хоть кто-то. Прошел, развернулся штрафной, и нужный гол в нужный момент. 1-1. Нам бы еще бы парочку, чтобы успокоить. И не пропустить, самое главное. Еще 40 минут. Хай, хорош. Вот именно, в опорный. Даже, может, мне кажется, поинтереснее, чем я, эх, если бы прошел бы пас. Вот сейчас Симак будет супер сейчас. Вот в первом тайме ни о чем, но вроде условно подумать. Ну какая разница, правый этот атакующий, левый атакующий. Даже скорее центральным. Просто. И Дани Алвиш справа. Правый полузащитник у нас сегодня. Дани Алвиш. Иньеста. Пас на Милита. Пас на Хави. Блестящий. И Месси. И не отпускает его Аяла. Жаль. А вот это было хорошо.
тут Фалин, Фалин. Делерна вместо Легера. Да, если бы не гол на привезенный на первых минутах, мы бы сейчас выигрывали бы. То есть что-то как-то после того гола она может и к лучшему, слава богу. Ничем особым-то и не запомнилась Валенсия. Висенте против него Дани Алвиш. Смотрите, как понятно, вырубил скорость, нужно. Винсент сейчас опять навешает. Будет Апуэль, но головой. Хоакин, пики, иди в штраф. Да, иди в штрафную. Дани Алвиш, тут прессинг, Месси, Хави. Алвиш против. Смотри, как Висенте супер. Эмилита. Там фалил-то по большому счету игрок Валенсии. И мы сейчас в атаке уже. Да, да, вот так вот. Валенсия. Браво. Валенсия там нас хоронить уже собирался. Ну, вовремя. Я мог на Месси понастоять. Да, по большому счету. Вот, стреляй, он забивает. Ну, как-то решил действовать сам до конца. На 2-1. Ну, что ему говорил про ничью. Хотя все возможно, но, как мне кажется, здесь, вот в этом матче ничьей быть не может, не туда пас. И не дать ему ничего сделать, оторвать ноги, но... Слушайте, как уже ужасен Милита. И Месси с мячом против него Делерна. И угловой нет. Да. Хави. Так, перенавесил я. Нет, не перенавесил. Данял, лишь убивать надо. Ребятки, две минутки нужно, еще, наверное, две или три дополнительных продержаться. Хави, ты тут у нас сейчас как правый защ. А Милита сейчас хорош. Фух. Виктор Вальдес забирает. По сути, на Милита. Милита на Иньесту, Иньесту на Хави. Да мы еще и в атаку сходим. Эх, чуть Месси отпустил мяч, а сейчас бы еще третий могли бы. Ну все, свести судья, да, да, 2-1. Это была, честно, очень сложная игра. Первый тайм вообще ничего не получалось, а второй уже получше. Следующий матч у нас против Севильи. Так, что у нас там? Два очка так и осталось. Реал так побеждает. Ну, нам нужно побеждать будет Реал. На сегодня это все. С вами был Андрю Файв. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Пока-пока.